Виктор Антонович, вот такой вопрос. Если к вам пришли два брата-близнеца, абитуриенты, у всех одинаковые показатели, только у одного разряд по футболу, а у второго разряд по шахматам. Кого вы возьмете в университет? Обоих. У меня есть принцип. Близнецов я беру обоих сразу. Это такой принцип. Вообще не заслуживает. Спасибо.